Здравствуйте, виноградари! Как правильно подрезать черенок винограда перед укоренением в каком-нибудь субстрате или на воде? Такая подрезка подходит для двух, трех и более глазковых черенков. Берем черенок, удаляем все усики и пасынки, если они были. В данном случае у меня вот остался небольшой усик. Затем определяем низ и верх черенка. Ниже глазка всегда будет рана от бывшего черешка листа. Вот рана от черешка листа, значит, эта сторона у нас нижняя. Затем берем нижний узел и от середины нижнего узла отступаем 1 см, максимум 2 см. И делаем срез. Затем необходимо удалить, либо, как говорят еще, ослепить нижний глазок. Просто берем секатором и вот таким образом удаляем. Наносим 2-3 продольные борозды прямо через узел, глубиной около 1 мм. Я это делаю обычным секатором. Теперь переходим к верхней части. Переворачиваем черенок и над верхним узлом на 2-3 сантиметра выше его делаем косой срез от глазка. Если у нас этот глазок, значит срез делаем вот такой. Вот и все. Подрезка нашего черенка произведена правильно. А с вами был Юрий Егорудин. До скорой встречи. До свидания. Пока.